Бытовая ссора для жителей Екатеринбурга закончилась, как в американском боевике. Наряд полиции, который вызвали для усмирения дебошира, в итоге был вынужден открыть огонь на поражение. Подробности происшествия у Юлии Швыдченко. Драма развернулась в этой многоэтажке в пионерском поселке Екатеринбурга. Неадекватный житель этого дома начал громить подъезд. Погром и дебошир начал с лифта. Он выломал дверь, потом переключился на окна и только после этого зашел к себе домой. Соседям мужчина угрожал ножом. И даже подъехавший на вызов полицейский патруль не смог вразумить дебошира. Стражам порядка пришлось стрелять на поражение. Пуля попала в грудь. Мужчину госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. О вчерашнем происшествии здесь напоминают три пореза в двери. Сосед оставил их изнутри квартиры. Соседи рассказывают, это не первый подобный случай. Эти двери меняли уже дважды. Последний раз в октябре. Здравствуйте. Областное телевидение. Мать подозреваемого ни с кем не общается. Впрочем, у большинства соседей разговаривать с журналистами наотрез отказываются. Боятся, что буйный мужчина будет мстить. Я не знаю, кто нам лифт будет делать он после капитального ремонта. Кто стекла будет вставлять и вообще, что будет дальше? Когда он выйдет? Силовики уже провели проверку. Действия сотрудника патрульно-постовой службы, выстрел на поражение, признали законными. Нами проведена служебная проверка, результатом которой признано, что сотрудники полиции действовали в соответствии с законом о полиции, с должностными инструкциями, и оружие было применено правомерно. Мужчине предстоит ответить не только за погромы в подъезде, но и за нападение на сотрудника правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Юлия Швыдченко, Михаил Медведев. События ОТВ.